Привет, в сегодняшнем ролике я решил посмотреть, что бы было с миром в 1936 году, если бы им управляли 30 нубов. Поменяется ли как-то история, или все останется так же, устроят ли игроки новую мировую войну, все это мы узнаем дальше. Также для интереса в игру я встроил несколько сильных игроков. Они будут играть на Германии и Китае. Заодно посмотрим, смогут ли они как-то изменить ход игры. Ну а пока я не перешел к карте, вы можете поддержать этот ролик лайком, и это очень помогает. Заранее спасибо. Игроки расположились по карте неравномерно, полностью отсутствует Южная Америка, на северной всего один игрок. Зато в Европе есть практически все были заняты важнейшие страны для истории Второй мировой, например, как Турция, Швеция и Люксембург. В Азии у нас тоже большая концентрация игроков, здесь даже успели занять Монголию. В Европе тем временем возникают две политические фракции, это союзники, состоящие из Великобритании, Франции и Чехословакии, и коммунисты. Вы будете немного удивлены, когда узнаете, что Финляндия и Швеция добровольно решили стать частью Коминтерна. За ними последовали и другие европейские государства, это Польша, Румыния и Болгария. Позже эту инициативу подхватили и Турция с Ираном, таким образом у коммунистов самый большой альянс в игре. Швеции до Ирана. А вот в Азии происходит что-то непонятное. Япония идет к демократии и подводит всю свою армию на китайскую границу. И недолго мы ждали там войну. Коммунистический Китай нападает на Шаньси. Также мировая напряженность поднимается из-за войны в Центральной Америке. Оказывается, что там есть игрок на Сальвадоре, и он нападает на Гондурас. Правда, войска Гондураса не совсем это понимают и просто стоят и осматриваются. И все это происходит прямо под носом США, а от них никаких действий. Еще идет война между Италией и Эфиопией. Здесь инициатива на эфиопской стороне. Им удалось отбить полностью Сомали и прижать итальянскую армию к порту. И я решил спросить лично у итальянского руководства, что у них там происходит. Это грандиозная вещь, да. Это великолепно. А в Европе произошло очень значимое политическое событие. Люксембург решил примкнуть к Германии. Слушай, ты только что отклонил мой пакт о ненападении. Я думаю, ты не в том положении, чтобы отказывать. Люксембург поможет Третьему рейху. Но в Советском Союзе развернулась большая чистка. Германия тем временем начинает наращивать свои позиции на мировой арене. Адольф Гитлер в обход Гиммлера и других значимых эсэсовцев отправляет войска на помощь Эфиопии. Дальше нападает на Нидерланды, немецкая армия стирает их напрочь, а уже на мирной конференции вместо установления оккупационного режима в бывших голландских колониях дает им ограниченную самостоятельность, и теперь новыми союзниками Германии становятся южноамериканский Суринам и азиатская Индонезия. Эсэсовцы этого Гитлеру не простят, и дальше Германия ждет политический кризис во власти. В июне 36 года коммунисты впервые заявляют о себе. Советский Союз создает единое военное командование, где все страны равны. Этим пользуются Румыния, Болгария и Турция, которые обсуждают план военного вторжения территорию Греции. Давай сразу составим план. Давайте тогда Албанию Болгарии отдадим, а Эпир типа отдадим Турку. Давайте, тогда я еще неплохо заберу в этой Югославии. Советский Союз в это же время отправляет горнострелковые дивизии в Эфиопии, ставит итальянского лидера Бенито Муссолини в неловкое и позорное положение перед всем миром. Эфиопию? Оказывается, что итальянское оружие даже не может разбить африканскую страну. Итальянское руководство начинает переговоры с Советским Союзом. О, привет, Сталин? Да. А можешь убрать своих добровольцев из Эфиопии? А что мне будет взамен? А что ты хочешь? Предлагаю союз. Не откажусь. Давай. Итальянское правительство после этих переговоров подает в отставку, а сама Италия вступает в Коминтерн. Ну и вот вам реакция мирового сообщества на Италию. В центре внимания позже оказалась Австрия. Изначально ей гарантировали защиту Великобритании и Франции, но после того, как Германия и Венгрия предъявили ультиматум, Франция и Великобритания отказались от поддержки, а Венгрия объявила войну. Пока что Германия что-то не наступает, но окружение Гитлера толкает его на войну с Австрией. Кто-то гарант убрал, мой долбоёб. Так ты тоже забирай Австрию, так говорить. Забирай, там все равно одна ВП осталась. Там, блядь, говорят, забирай Австрию, забирай, блядь. Наступай, не убирай фокусы, это не важно. Сука, ты говоришь, а забирай, забирай. Я, блядь, я хотел подождать, нахуй. Я не спрашиваю, что сказали делать, ты делай. У тебя мозгов нету, мы за тебя работаем. Ну нахуй так говорите, блядь, только не так говорите. Я радио не говорю, что тебя, конечно, нахуй. Скажу прыгать, будешь прыгать. Скажу бегать, будешь бегать. Скажу умереть за родину. Умрешь без разговоров. Вместе с Австрией падает и мировая система безопасности, которая установилась после Первой мировой. Теперь Великобритания и Франция никто. Маленькие страны начнут переходить под контроль Германии. Позже британскую политику назовут политикой умиротворения, а за премьер-министром Чемберленом закрепится простое прозвище «Терпила». И мир на этом рухнул. Теперь Германия переходит в прямое соперничество с Советами. Было решено ударить там, где Советы не ждали. Китай объявляет войну коммунистам. Армия коммунистов быстро сдалась, а Советы так и не пришли на помощь к своим китайским союзникам. Союз, спасай! Союз, спасай Китай! Союз, тут напали на нас! Союз, а чё ты не вступился за закон Китая? Это очень сильно пошатнуло веру в граждан в союз. Всего через несколько недель в Финляндии начнутся митинги за выход из Коминтерна. Митинги остановить не получится и начнется гражданская война. Большая часть граждан вступает в силу независимой Финляндии, начинаются боевые действия.
действия коммунисты терпят поражение. А уже через 2 дня силы независимой Финляндии берут Хельсинки, а коммунисты массово бегут в новую столицу Ваасу. Также на помощь были отправлены немецкие танковые дивизии. А у коммунистов в генеральном штабе творится полная неразбериха. Почему Финна бота вот выносит? Отправься ему хотя бы добро. Фин, я тебя отправил косарь пехотки. Не подведи, пожалуйста, это моя последняя косарь был. Добровольцев. Такая же гражданская война происходит в Иране. Советское руководство не терпит этого, и Финляндия начинается вот 100 дивизий. Финляндия просто ничего не может поделать с таким большим количеством войск. Совет уничтожает финскую армию и любую оппозицию и дают показать, мол, кто так же сделает, тот так же и подохнет. А в Азии совершенно другая ситуация. Там советское руководство закрывает глаза на агрессивный Китай, который спокойно наступает на Монголию. В Европе коммунисты решили перейти в наступление на Грецию. Греческое правительство обратилось с просьбой о защите британцев, но британцы им лишь ответили. О боже, спаси Грецию! Зачем умирать за Афину, я не понимаю. Коммунисты объявили войну Греции, но греки в одиночку справляются с Турцией и переходят на нее наступление. Это очень вдохновило Германию, и немцы отправляют танковые дивизии на помощь грекам. Но когда они приехали в Грецию, то уже увидели вот это. Хуй чехи тут делают! Вот чехи, греки не смогут долго наступать, поэтому было принято решение о обороне страны. Немецкие и чешские танки занимают ключевые позиции в горах. И расширение Китая решил прекратить Тихоокеанский альянс. США и Япония готовятся к войне с Китаем. В Югославии начинается гражданская война. И еще одна гражданка, только теперь в Португалии. Там у коммунистов очень плохие позиции. С одной стороны наступает португальское правительство, а с другой франкисты. Видимо, коммунисты здесь проиграют. А в Греции начались тяжелые танковые бои. Советы прорываются к столице, но их сдерживают танки Германии. В Азии тем временем начинается война между Китаем и Японией. Японцы атакуют границу, а китайская армия не ожидала такого быстрого нападения. Гражданская война в Югославии постепенно завершается, а португальские коммунисты проигрывают фронт. И еще одна гражданская война. Теперь коммунисты восстали в Венгрии. В Азии японцы полностью занимают береговую линию Китая, и я не знаю, что происходит с этим миром, но во Франции происходит восстание фашистов. Видимо, население устало от позора от правительства демократов и следует примеру немецкой стабильности. И французские националисты имеют больше дивизий, чем демократы. Они устремляются к Парижу, но демократы вовремя успевают организовать оборону и отбиваются. В это время Германия может влететь в войну и уничтожить Францию, но Адольф Гитлер спьяну подписал с французами пакт о ненападении. Французские фашисты, как узнали, что немцы не придут им на помощь, начали сдавать позиции, а окружение Гитлера против него начинает готовить переворот. Думаешь, я ревну? Дневни тоже сдаёт. Дневни сказали. Думаете, я просто так ревну? Нет, спасибо. Либо кикать. Также была проиграна война в Греции. Коммунистам удалось прорваться к столице, но есть еще одна новость. Курды восстали в Турции. Китай проигрывает Японии, скоро он капитулирует. Ну и вот Греция была захвачена. Но на мирной конференции коммунисты ее неправильно поделили и после подписания мира освободили ее, чтобы потом захватить. А во Франции завершилась гражданская война. И у нас началась еще одна война. Венгерские коммунисты напали на Чехословакию и надеялись, что их поддержит Совет, но они не поддержали, и Чехословакия даже перешла наступление на венгров. Венгерская армия без поддержки не смогла сдержать чехов, и уже взята столица. Венгрия капитулировала и стала марионеткой Чехии. А в Японии начинается гражданская война, но там большая поддержка демократов, так что скоро она завершится. А в Европе Германия и Советский Союз идут на тесное сотрудничество против союзников. Позиции коммунистов сильно подшатаны, поэтому Советский Союз подписывает пакт Молотова-Риббентропа. И Польша не знала, что Советский Союз дал большую часть ее территории. Смотрите на Польшу, смотрите! Жёлтый, идиот! Какой же он затупок, Союз подписал. Верните мои территории. А что там с Польшей? Германия обезопасила себе восточную границу, советы на нее напасть никак не могут, и немцы пошли на Францию через Бельгию. Люксембург был этому очень рад. Ура! Кстати, у Германии также появились новые союзники. Это Швейцария, которая пока ничего не делает, и Бразилия, а она начинает захват Африки. Британцы приводят войска в Бельгию, но они не могут сдержать немецкую армию, и постепенно немцы выходят на границу с Францией. Начались бои на французской границе, и французы опять отступают, открыта дорога на Париж. И тут на помощь Франции приходит Чехия, которая объявляет войну Германии. Это на время остановило продвижение немцев, и они встали у Парижа. Сейчас нужно срочно захватить Чехию. Войска берут под контроль Словакию, но вся Чехия застроена укреплениями, и пробивать их очень трудно. Но есть и хорошие новости для Германии. В Испании завершена гражданская война, и Испания готовится к войне с Францией. И наконец-то немцам удается пробить чехов и зайти в Прагу. Чешская столица взята, но сопротивление все равно есть. Чехи не сдаются. И ровно в этот момент происходит заговор против Адольфа Гитлера. Он заперт на своей даче в Мюнхене, а
власть в стране берет Гиммлер. Многие генералы вермахта этим недовольны, и они объявляют о создании демократической республики. Начинается противостояние нацистов и демократов прямо во время тяжелой войны. Многие дивизии отказываются поддержать демократов и продолжают сопротивление в полном окружении. 20 дивизий Германии ведут отчаянную оборону в Бенилюксе, и французы хотят быстро захватить Германию, поэтому отправляют войска змейкой. Но немцы их ловят, и неожиданно в войну на стороне Германии вступает Испания. И у французов там был пустой фронт, и испанцы прорываются. Также они делают высадки. И еще один союзник Германии начинает наступление на Францию. Швейцарские войска идут по пустой границе, французы не понимают, что делать. Постепенно войска Испании и Швейцарии выходят на Париж. И все, Франция капитулировала, а все британские войска окружены, а это значит, что остров некому оборонять. Ура! Ловим, ловим! Убивайте все, что... Убивайте чая хлеба, убивайте хлеба! Посмотри, я вообще не понимаю, где я, блядь! Вива Испания! Гибралтар наш! Где я, нахуй? А тем временем коммунисты ведут штурм сербской столицы в 160 дивизий. Постепенно фронт между двумя Германиями нормализуется, и демократы проигрывают. И нужно добивать британцев. Для этого испанцы перекидывают свой флот и готовят высадку. Испанский флот громит британцев, и морская высадка уже пошла. И вот испанские войска очень быстро занимают северные районы Великобритании. И на юге уже высаживаются немцы. Все, Британия захвачена. И из союзников осталось только Чехия, но ее Германия захватила. Дальше немцы и их союзники начали готовиться к новой войне против коммунистов. Мы ждали от нее что-то интересное, но из интересного только Италия поменяла сторону прямо перед войной. И смотрите, когда война началась, фронт был здесь. Прошло 2 часа, и фронт теперь здесь. Война между коммунистами и Германией ничем не закончилась. Стороны просто встали и никуда не могли сдвинуться. Поэтому было принято решение подписать перемирие и разбить американцев с японцами. Много, конечно, было нубов в этой игре, которые делали совсем идиотские вещи. Да и изначально немец, который должен был быть сильным игроком, не смог построить немецкую промышленность, при помощи которой можно было бы пробить Советский Союз. Также проиграл Китай, и из этого мы делаем вывод, что сильные игроки не особо влияют на игру. Пишите, кстати, в комментарии, кто, по вашему мнению, сыграл хуже всех, а кто лучше. А еще, если вы хотите поиграть на таких играх, то в описании есть ссылка на Discord, там я игры и провожу. Ну а на этом все, напоминаю, что вы можете поддержать ролик лайком, а канал подпиской. Также не забывайте писать свои идеи для челленджей и заруб в комментарии. Спасибо.